Поздравить друг друга на площадь Южного мола морского порта пришли 5000 сочинцев. Среди них были и представители национальных диаспор курорта, общественных объединений, почетные граждане города, туристы. К собравшимся обратился глава города. Мэр подчеркнул, что курорт достиг процветания благодаря трудолюбию и единству горожан. Пока мы едины, мы непобедимы. И сегодня мы тоже нуждаемся в единстве. Разные вызовы бывают и у нашего народа. Именно когда мы вместе, когда все горожане активно участвуют, мы всегда побеждаем. Единение – это главный принцип к успеху. Анатолий Пахомов поздравил с профессиональным праздником, Днем военного разведчика и сочинских ветеранов спецназа. Программу продолжил концерт, подготовленный творческими коллективами курорта. Добавлю, что торжества в честь Дня народного единства шли во всех районах курорта до позднего вечера.